Ну что, друзья, всем привет! Мы начинаем нашу серию видео про Таиланд, конкретно про остров Пхукет. Будем снимать, показывать, рассказывать обо всех наших путешествиях, похождениях. Будем показывать пляжи, будем показывать еду, будем показывать цены, ну и все остальное. Ну, первым делом, значит, хочу сказать, что нас привезли в нашу гостиницу. Гостиница называется Oceanfront Beach Resort and Spa. Гостиница только-только построена, некоторые ее корпуса еще не достроены, поэтому эту гостиницу мы взяли достаточно дешево. На 10 дней она нам обошлась 850 евро. Гостиница новая, гостиница классная. И сейчас, наверное, мы вам все покажем. Вот так вот она выглядит снаружи. Получается, через дорогу у нас море. Пляж Калим, он очень каменистый. Если рассматриваете море как основное место для купания, то эту гостиницу в принципе брать не стоит, наверное. Потому что море, оно через дорогу, но оно очень каменистое. И когда отлив, тут купаться невозможно вообще. Можно пройти туда метров 500 в ту сторону. Но там тоже, там камни такие, скалы, там между ними есть маленькие пляжики. Ну, кто-то вроде купается, но ну, такое. Ближайший пляж – это Патонг. Но Патонг, в принципе, для пляжного такого отдыха, я бы сказал, что тоже не подходит, потому что там очень много народу, очень много техники. Получается, весь вот этот вот базар, вот эта вся движуха Патонга, она прям продолжается на этом пляже. То есть спокойно полежать, позагорать, покупаться вам там не удастся. Такси с аэропорта до гостиницы стоило 800 бат. Можно взять, скачать приложение Grab. Это что-то типа Яндекс такси. Да? Но цены плюс-минус одинаковые. То есть если вам удобнее, можно заказать через приложение. Можно прям там в аэропорту за 800 бат заказать такси и доехать до... Вот этой гостиницы. Привозят гостей вот на этот вот пятачок. Получается, сделан такой специальный заезд. Но самое интересное, что вот здесь, как бы такое все получается открытое, да, с дороги вот заезд. Тут не ресепшн, а тут вас первым делом встречает бар, ну и такой типа лобби. Да, мы сначала подумали, что это ресепшн, но это не ресепшн, это просто бар. Вот, а ресепшн получается на втором этаже. Достаточно необычно. То есть вот так вот привозят, поднимаешься и бар. Бар как бы функционирует, но в принципе народу в нем почти никогда нету, потому что он такой, ну просто бар-бар, в принципе тут гостиниц таких еще много. Вот, получается, проходим немножечко вперед. Тут лифт. На лифте едем на второй этаж. Так вот выглядит лифт, все новое. Все чистое, все красивое. И вот, получается, тут вот список, где что находится. Вот первый этаж лаунж, выход к пляжу через дорогу, второй этаж ресепшн, третий этаж номера, четвертый этаж бассейн. Выходим из лифта. Получается, такое вот похожее лобби, как внизу, только это уже второй этаж. Вот, стоят столы, стулья, диванчики. И вот он ресепшн. На этом ресепшене делается чекин. Рядом с ресепшеном столик, где продают экскурсии. Скажу сразу про экскурсии, что экскурсии, которые вот продают в гостишке, нет большого выбора, и мне кажется, что чуть-чуть они даже дороже, поэтому, если хотите хорошие экскурсии, заходите в интернет, пишите на русском экскурсии на Пхукете, будет очень много всяких сайтов, там сразу можно сконтактироваться, и прям находясь на Пхукете, пишите организаторам WhatsApp, говорите, что вы хотите, вам отвечают, приезжают за деньгами, все делают, то есть смысла брать в гостинице здесь нет. Вот, значит, ресепшн. И еще вот такой вот бар здесь есть. Ну, так как гостиница еще не совсем достроена, как бы тут пока народа я тоже не видел особо. Ну так тут в процессе вот они тут потихонечку что-то расставляют, что-то делают. Вот такой вот красивый, как бы такой полуфонтанчик. Я думаю, что это, наверное, будет фонтан. Сейчас пока еще не совсем достроено. Пока тут просто водичка и такое вот место, где посидеть. Вот. Ну, открывается такой вот вид. То есть, скажем, пока если там очередь какая-то на ресепшене, или там один пошел делать чекин, то есть второй может вот здесь спокойненько посидеть, подождать. Достаточно красиво. Да. Насчет завтрака. Завтрак мы вам покажем завтра, но я вам сразу покажу, где он находится. То есть, получается, вот от ресепшена проходим сюда, и вот там по лестнике наверх, там ресторан, где проходит завтрак. А внизу, вот здесь, я так понял, что... Ну, тут получается лестница, то есть можно на лифте подняться, а можно вот опять вниз, сюда же, к этому нижнему бару. С другой стороны от ресепшена находится такой вот какой-то бутик-магазин. Бутик-магазин. Ну, мы зашли, посмотрели, в принципе, ничего там такого нет, и цены, естественно, дорогие. Вот. Ну, продают какое-то туристическое барахло. Вот, в принципе, тут и выбора особо нет. Мне кажется, такой товар больше как-то на китайцев рассчитан. Тут пару сумок, пару статуэток. Как бы вроде выглядит все красиво, но особо тут так покупать нечего. Так, у нас номер находится на 5-м этаже. Получается, да? Вызываем лифт, едем в номер. Вот он, получается, 4-й этаж бассейн и 5-й этаж наш номер. У нас 485 номер. Вот мы вышли из лифта. Такое небольшое фойе, вид на бассейн. Второй бассейн. Поворачиваем направо. Тут уже непосредственно выход к номерам. Так вот выглядят номера. Ключ, соответственно, ну, стандартный. Проходим коридорчик, горничные убирают. Вот он наш номер. Открываем номер. Значит, все номера выходят на море. У всех номеров Direct Sea View, то есть какой бы номер вы ни взяли, перед вами будет море. Значит, заходим в номер. Слева сразу по левую сторону у нас идет шкаф. В шкафу сейф. Сейф бесплатный. Халаты. Прачка. Ящичек какой-то для обуви. Еще ящичек для обуви. Вешалки. Вешалки. Так, шкаф с подсветкой. Скажем так, тут можно положить чемоданы, развесить вещи. Все без проблем, все удобно, все комфортно. Делаем шаг вперед, видим ванную комнату. Очень много всякой подсветки. Вот, я включил все. Значит, идет ванна. Ванна очень интересно реализована. Получается, можно лежать в ванне и вот, скажем так, видеть остальной номер. То есть вот эта вот вещь открывается, закрывается таким вот образом. Ну вот, такие вот раздвижные, да, можно закрыть. Собственно, ванна, душка вынимается, зеркало. Потом идет душ. Да, гели для душа, шапочки, кондиционеры, шампуни, все есть, все меняют. Такой вот такой стульчик типа тут есть. Идем дальше. Шкаф открывается также вот с этой стороны. Да, если нужно попасть в шкаф с ванной. Очень удобно. Потом идет раковина, зеркало такое красивое с подсветкой. Косметическое зеркало. Ну, в принципе, тут все наборы. шапки, ушные палочки, все-все, что должно быть, все есть. Там стаканчик, зубы почистить, мыло и так далее. Полотенце, туалет. То есть, получается, номер разделен на две части. То есть, вот эта ванная часть, да, тут получается ванна, душ, туалет и раковина, да, и доступ к шкафу. И вот остальной номер. Идем дальше. Кондиционер. Кондиционер работает замечательно, очень хорошо охлаждает, очень быстро. А с левой стороны, ну, такая, типа, полукухонная комнатка, такое пространство. А капсульный кофе. Кофе бесплатный, кофе сколько надо, столько подносят. Как бы так идет два, да, вот здесь вот ящички. Идет ящик, тут кружечки для эспрессо, для кофе, сахар, чай, растворимый кофе. Это все бесплатно. Идет по стандарту две капсулки. Но как только капсулки заканчиваются, можно подойти к горничным, попросить еще, то есть и дают без проблем. Мини-бар. Значит, в мини-баре пиво, одно, второе, третье, чанк, это их местное пиво и синка, хайнекен, кока-кола, спрайт, бесплатная водичка, водичка эвиан и минералка, газированные, 3 шоколадки. Вот, это все, естественно, платно, кроме вот водички. Водичку вот эту тоже, то есть идет по стандарту две бутылки, вот такие вот стеклянные, это уже наши справа. Но если она заканчивается, можно попросить еще, то есть без проблем дают. Чайник, лампа, если вдруг надо что-то пописать, такой мини-офис, тут стул есть, стол, место, куда положить чемодан, зеркало, ну, собственно, кровать вот дальше идет. В номере очень много подсветки, вот покажу, то есть вот идет она тут, тут. Тут еще одна включается, включается там, отдельно в туалете, много всякой разной. Достаточно красиво, но куча включателей, можно запутаться. Так, телефон. Там можно позвонить на ресепшн, какой-то рум-сервис заказать, в принципе, мы так особо не заказывали. Большая кровать, достаточно большая, ребят, ну вдвоем спать очень комфортно, то есть даже втроем можно на ней спать смело. Помимо этого идет такая вот, такой диванчик. Столик, чтобы покушать. То есть, в принципе, любую еду можно вот здесь вот приготовить, да, так как есть чайник, есть кофемашина, тут, скажем, все, тут розетки. Вот, то есть все можно подогреть, приготовить, да, и вот там вот можно спокойненько сесть, покушать. Большой телевизор. Очень интересно сделано, что телевизор, смотрите, вот так вот можно пододвинуть и смотреть его с кровати, то есть, да, под тем углом, под которым вам хочется. Очень здорово они реализовали. Телевизор подключен к интернету, есть в телевизоре Wi-Fi, соответственно, работает YouTube, Smart TV. Есть русские каналы, два русских канала. Это первый Балтийский, который транслируется для Германии, и RTR Планета. Остальные в основном там такие, какой-то набор английских каналов, музыкальных каналов нет. Вот что-что, музыкальных каналов нет. Идут салфетки, стаканчики, такая штучка для льда, вот алкоголь идет. Ну, тоже, естественно, все за деньги. С ценами на мини-бар вы можете ознакомиться, вот я вам покажу. Да, то есть вот. Цены все в батах, ну, там на свою валюту уже переведете. Да, то есть вот. Достаточно дорого. Что еще хочу показать? Вот так вот выглядят эти включатели. Тут много разных. Одна кнопка есть, она выключает весь свет. И уже там по отдельности можно регулировать. Розеточки, лампочки для чтения. Вот опять же, да, этот столик, диванчик. И балкон. Все номера с балконом. Балкон закрывается. Открывается таким вот образом. То есть его можно полностью раздвинуть. Он будет как продолжение номера. Ну и, собственно, вот он сам балкон. На балконе тоже есть подсветка, столик, два стула, пепельница. Можно курить в гостинице, гостиница курящая. В номерах, конечно, нельзя, но на балконе без проблем. И вот, собственно, с нашего номера открывается вот такой вот вид. То есть вот он вид. Там вот море. Ну, собственно, вот тут этот пляж, на нем купаться нельзя. То есть, да, если хотите купаться, надо вот чуть туда левее. И вот отсюда видно Патонг, главный пляж. Да, главный пляж Пхукета, этот самый движовый. То есть с гостиницы можно дойти до пляжа Патонг, ну, в районе 2 километров. Но мы шли около 20 минут. Единственная проблема, что в Таиланде почти нет тротуаров. Тротуаров реально почти нету. То есть, получается, приходится идти по проезжей части. Это, ну, не очень комфортно. Так, в целом, как бы можно дойти. Так, ну что у нас еще тут? Получается, вид вот на такая сандек, такая терраса для загара. И она же переходит в бассейн. Ну, бассейн я вам сейчас покажу. Вот. Такой вот вид открывается с балкона. Море. С номером бассейна. Вышли из номера. Так как у нас номер на 5-м этаже, бассейн получается на 4-м, то есть вот сразу можно воспользоваться лестницей, быстренько тут спуститься и выйти в бассейн. Сейчас я вам прям всю дорогу до бассейна сниму из нашего номера, ну то есть буквально там пару минут идти. Так, ну вот выходим к бассейну, 4-й этаж. Вот она, внутренняя территория гостиницы. В гостинице всего 3 бассейна. Первый главный бассейн. Сразу же скажу, что есть вот эти вот душики, где помыться после бассейна, один. В той стороне второй. И в туалетах целая душевая комната. То есть за это вообще не волнуйтесь. То есть после бассейна вы помоетесь без проблем, никакой очереди нет. Холодная, горячая вода, все работает, все супер. Так, пошли шезлонги. Вот эта часть, она находится в тени, потому что сверху пальма. Если вы обгорели, можно ложиться здесь. Бар на воде. Собственно, вот он, главный бассейн. Бассейн очень красивый, получается, можно плавать. Да, он как бы infinity pool, то есть бассейн плавно переходит в море, как бы с виду. А бар. Бассейн глубиной 1,60 м. Шезлонги прямо около бассейна. Скажу сразу, шезлонгов достаточно мало тут, на это все количество номеров. Но то ли потому, что гостиница пока не достроена, то ли потому, что люди в основном ездят на море. Ну, всегда можно вот прямо у бассейна лечь, то есть вообще без проблем. Есть столики, приносят пепельницы, кто курит, то есть без проблем все. Можно приходить со своей едой, с алкоголем, ничего не говорят насчет этого. То есть можно даже принести свой какой-то алкоголь, попросить лед, стаканчики, в баре все дадут, то есть без проблем. Вот, идем дальше. Получается, гостиница состоит из 3 корпусов. Вот это левый корпус первый, средний корпус, правый, еще один даже из 5 корпусов. Вот тот дальний пока что еще не достроен, он еще не открыт. Ну, то есть работают пока вот раз, два, три, 4 корпуса. Идем дальше по территории гостиницы. Так, вот видим тут что-то типа джакузи. Ну, скажем так, такой маленький, неглубокий бассейн с такими вот струями. Ну, мы посидели, как бы, ну, ничего такого особенного, в принципе, тут. По пояс глубина, там такой стол длинный вдоль этих струй. Ну, не джакузи, но так, можно как бы посидеть, поплескаться. Опять же, вот второй душ помыться. И бассейн, который находится почти все время в тени. То есть, кто не хочет купаться под солнцем, второй бассейн, он более тихий, без бара. Так вот красиво стоят шезлонги, можно их двигать как угодно. То есть вот так вот, и они там переходят, там дальше бассейн. То есть прям с шезлонга можно встать и плюхнуться в бассейн. Вот. Второй бассейн. Так. Там планируется, я так понимаю, что еще один бар, но пока там ничего нету особо. Да? Здесь еще один бар, то есть, в принципе, на этой внутренней территории получается 3 бара. То есть, вот 2, как бассейнов получается, 1, 2, 3, 4 бассейна, включая детские, вот этот джакузи, то есть 2 больших бассейна, детский бассейн и такой полуджакузи, и 3 бара. То есть, один в том главном бассейне, второй здесь, и третий, вот он, правда, пока еще не работает. А кто приезжает с детьми? Детский бассейн без проблем, с горкой, с маленькими водопадиками. Бассейны очень чистые, все здорово. А, еще один душ, пожалуйста. То есть вот дети купаются, их можно мыть под отдельным душем. Ну вот. То есть за это можно вообще не беспокоиться. То есть все чисто, души работают. Бассейн детский. А, даже какая-то детский столик какой-то, такая полу какое-то игровое пространство. Там еще что-то наверху будет, вот на этой крыше. Ну, пока просто терраска. Идем дальше. Есть такие вот номера с бассейнами. Тут раз, два, три, четыре, пять или шесть номеров. Вот. Но они, в принципе, как на наш взгляд, показались бессмысленными, потому что тут бассейн примерно глубиной по пояс. Есть вот такой с балкона выход на этот бассейн. И этот бассейн, он перетекает, получается, вот в этот вот средний бассейн, то есть вот под таким вот мостиком, то есть разделяет мостик. Но это значит, что, в принципе, все, кто покупаются в этом бассейне, вот в этом тихом бассейне, они могут заплыть к тебе в бассейн. То есть и между собой, как бы бассейн для каждого номера вроде бы свой, но никаких перегородок, ничего нету. То есть глубина по пояс, соответственно, ну, особого смысла в этом мы не нашли. Но, тем не менее, кому вот актуально, то есть вот, пожалуйста, номер с бассейном. Еще одна зона. Полежать, позагорать. А, вот совсем забыл. Есть еще вот терраса. Да, получается, вот, ну, прям с бассейна, вот бар. И вот можно перейти на такую террасу. Это, скажем, наверное, для тех, кому не хватит места у бассейна, да. Но пока гостиница, еще раз повторяю, пока гостиница недостроена, места хватает всем, народу не так и много. А насчет того, что она недостроена, ведутся работы, можете вообще не переживать, потому что не шумно вообще ни капельки. То есть это даже плюс, что гостиница полностью недостроена, то есть заселена наполовину, а везде все свободно, везде все тихо, спокойно, то есть никаких очередей нигде нету. Это даже плюс, да, и она, соответственно, пока что продается дешевле. Вот, а, значит, ну, планируется, наверное, народу много, поэтому есть еще вот такая вот терраса. Терраса просто позагорать. Да, ну и с нее, соответственно, вот путь к бассейнам, да, то есть, ну, буквально там минутку, там, пройти там 30 секунд, вот, окажетесь у бассейна, если не хватило места у бассейна, да. Вот он наш номер, вот там находится, в правом корпусе, и вот так вот левее, и там вот еще номера, то есть, так, таким образом все расположено. Вот, слева вид на гору очень красивый. И, что еще интересно, пока не забыл, через дорогу находится вот такой вот, ну, типа бар-ресторан. На самом деле это филиал того ресторана, что внизу. То есть в гостинице есть еще внизу ресторан. Естественно, цены гостиничные, как бы так дороговато все. Но можно сидеть в гостинице, в самой, в ресторане. А можно сесть вот там вот, через дорогу. И официанты всю еду с ресторана принесут вот прямо туда. То есть можно там встретить закат, рассвет, то есть без проблем, да. Единственное, что море, ну, надо понимать, что вечный отлив, то есть вот сейчас немножечко прилив уже, да, то есть сейчас, ну, кажется, чуть лучше. Только отлив, это все в камнях, в тени, то есть, ну, вид, ну, кому вот важно море, важен вид на море, то есть, ну, наверное, все-таки стоит какую-то другую гостиницу поискать, потому что, скажем, нам это море было не так важно, и мы на море, то есть, ездим на Патонг. Также мы были на Парадайз-Бич, дальше видео это все будет. Были на пляже Калим, были на пляже Ката, Корон. То есть, да, поэтому, ну, мы, скажем, так, по дню на каждом пляже искупались, нам было достаточно. Мы в основном сидели в бассейне. Кому вот именно важны бассейны, да. Территория хорошая, бассейнов много, бассейны глубокие, классные, то есть купаться, музычка играет, то есть все здорово. И море, в принципе, видно, вид отличный, да, но единственное, кому вот... Кому важен белый песочек, голубая прозрачная водичка, ну, наверное, не самый такой пляж, скажем, да, вот. Тут вот рядом находится гостиница The Nature, кто смотрел ее, в принципе, тоже все цивильно, красиво, мы так мимо проходили, немножко заглянули, то есть можно ехать без проблем, ребят, ну, да, то есть, ну, буквально вот там 30 метров. The Nature, Oceanfront, гостиница. Да. Вот. А сейчас еще пойдем, покажу вам спортзал. Здесь еще будет спа, но пока спа не работает. То есть еще в процессе стройки. Ну, в принципе, этот спа, я думаю, тоже будет по таким достаточно дорогим ценам. Гостиничным, естественно, да. Вот, ну зато в гостинице. Вот идем обратно, так, и ребят, покажу. Вот на спортзал находится, оказывается, как я вот только что узнал, через бассейн, то есть очень здорово, можно позаниматься, то есть выйти с номера, пройти через бассейн, пойти в спортзал, позаниматься и тут же плюхнуться в бассейн, поплавать после зала, супер классно. Сейчас мы до него дойдем. Сказали, что куда-то вниз нужно спуститься. Неправильно я зашел. Вот, получается, фитнес. Вот сюда вот надо спуститься. То есть вот от бассейна, получается, проходим. И вот ступенечки такие вниз идут в спортзал. Сейчас будем искать. Так, ребят, бильярды. 2 бильярда стоит, не знаю, бесплатно, платно. Идем дальше. Пожалуйста, комната для сквоша. Вот так вот выглядит. Это все в этой стороне. Я тут первый раз, еще пока не был. Фитнес-центр. Работает с 7 до 7. И сейчас будем вам его показывать. Вот он, собственно, спортзал. На входе холодненькая водичка со льдом, если хочется попить. Беговые дорожки. Такие вот тренажеры, велосипеды, степлеры. Тренажеры, ну, соответственно, все новые. Да, то есть, ну вот можете посмотреть, как-то все здесь, видимо, еще один телевизор будет. Тоже телевизор, гантельки. Ну, то есть, ребят, ну, фитнес небольшой, но, скажем так, ну, все есть. Все есть. Да, то есть, новый, красивый. Так что, к слову о гостинице. С гостиницы вот на таком вот тук-туке каждые полчаса возит трансфер на Патонг, на центр. Да? На нем, то есть, можно добраться до Патонга, оттуда уже, в принципе, куда хотите. Ходит каждые полчаса, достаточно большой, места всегда есть. Я постою. Вот. Так вот выглядит. Мы сейчас на нем поедем. Поедем на Бангларут, прогуляться немножечко. Так, уже... Всем привет. Покажем сейчас вам завтрак в гостинице Oceanfront. Значит, завтрак находится за ресепшеном. Первым делом доезжаем до ресепшена, выходим. Буквально чуть-чуть проходим вперед. Тут ресепшен. Лобби. И вот по лесенке наверх, там он и находится. Так, начинается завтрак со сладостей. Что это такое конкретно, вам не скажу, но в принципе все вкусно. Какие-то кексики, маффины, вафельки, панкейки, медик, сиропчик, булочки, хлеб. Можно поджарить тосты. Дальше идет омлеты со всякими добавками, ну, стандартными. Идет всякие добавочки для супа. Здесь каждое утро есть суп. Такой вот рисовый. Такой рис, сваренный в бульончике. Потом рис. Макарошки с овощами и с яйцом. Тут идет курица в карри одна. В принципе, она не острая, очень съедобная такое. Немножко своеобразный вкус, но вкусно. Вторая. Жареные овощи. Такие жареные-вареные. Курица с имбирем. Еще какие-то овощи с курицей. Кусочки лепешки жареные. Сосиски. Сосиски свиные, кусочки свинины. Омлетик уже готовый с овощами. Жареные грибочки, жареная картошка с луком в тайском стиле. Запеченный томат и фасоль. В красном соусе. Дальше свежее молоко, йогурты, овсянка. Тут всякие добавочки. Огурчики, капуста, перчик. Ну, кому что нравится. помидорчик, тут салатики тоже из картошки, из капусты, сыр, ветчина. Каждое утро есть суши. Опять же имбирь, васаби, соевый соус, фрукты. Ананас, папайя, драгонфрут и арбуз. Бананчики, яблочки. И идем дальше. Кофемашина, где вы можете приготовить кофе. Опять же молоко, ананасовый сок, апельсиновый сок, сок гуавы, сок манго. И вот самое интересное здесь, они готовят свои какие-то соки, чаи. Вот они в таких вот баночках. То есть можно брать сколько хочешь этих баночек. Их постоянно дополняют, подливают. Вот. Ну тут тайские холодные чаи, холодный кокосовый сок, холодный чай, холодный кофе, яблоко, свекла, то есть тут банана, папайя, манго, всякие свежевыжатые соки. Опять же водичка с лимоном, водичка, тоже соки. Вот. Кто любит кофе, вот, как я, например, можно попросить вот с той машины, там будет кофе намного лучше, чем с аппарата. Правда, они не всегда хотят его делать, говорят, что либо аппарат сломался, либо еще что-то, но в принципе можно попросить. Вот. Ну и, собственно, зона, где кушать. Тут столики накрыты, соль, перец есть. Такой вот завтрак в гостинице Oceanfront. Ну, собственно, все. Вот такая вот территория гостиницы Oceanfront Beach Resort and Spa. Будет еще что-нибудь интересное, покажем еще что-нибудь. Гостиница новая, красивая, чистая, стильная. Можно приезжать с детьми, можно приезжать с молодежью. Для пожилых людей годится. Вот. Пишите в комментариях, что еще вам рассказать, на какие вопросы ответить по этой гостинице. Надеюсь, было полезно для тех, кто в нее поедет.